дуже важко десь зараз зустріти президентів, власників клубів, тому що, ну, знаєте, якби політична ситуація така, що їм не всім зараз до футболу. Але нам вдалося поспілкуватися з паном Геллером, з президентом третьої команди чемпіонату за підсумками минулого сезону. Команда, яка за останні роки стала такою улюбленою в Україні, тому що дуже вдало грає у Єврокубках, особливо останній сезон. Ну, настільки, наскільки може, скажімо так. І взагалі, поговорили про всі моменти, які стосуються не тільки Зорі, а й українського футболу, Луніна, інших кадрових моментів. Давайте послухаємо Євгена Геллера. Я считаю, что футбол украинский интересен, потому что появляется много молодых украинских талантливых футболистов. Поэтому я уверен, что в течение 2-3 лет он опять вырастет. Я смотрю за всеми матчами. На стадион не хожу, потому что, к сожалению, у нас в сегодняшних условиях у нас нет родного стадиона. Хотя Запорожье нас и приняло, но это все равно не родной стадион. Когда матчи проходили в Луганске, я не пропускал ни одного домашнего матча. Вы будете продолжать финансирование на том же? Ну, во всяком случае, других планов у меня пока не было. Як вам гра Зорі? В цілому команда неплохо себе показує. Єврокубки, презентувати Україну на Євроарені, перемогти Герту, Атлетик, вам приємно було? Приємно, але мені було приємно, якщо ми вийшли з групи. Цель була вийти з групи. К сожалению, група і в прошлом году, і в этом була доволі таки сильна. Але будемо сподіватися, що з третьої попытки ми все-таки вийдемо. Но в чому отличие, скажем так, сьогоднішньої Зорі від многих європейських клубів, не вистачає стабільності. Ну, ми її додаємо. Склад весь час змінюється. Некоторые футболисты были арендованы. Мы решили изменить тактику, уйти от арендованных. Есть сейчас несколько арендованных молодых игроков «Динамо Киев». Я думаю, что, в принципе, они нам помогут. Но со временем я хочу вообще уйти от этой практики и полностью рассчитывать только на своих молодых футболистов, на старых, на молодых. Во-первых, это интересно клубу, потому что ты развиваешь своего молодого игрока и можешь потом его продать в Европу и получить за это деньги, это первое. А во-вторых, ты не зависишь от того, играть, можешь играть против команды, у которой ты арендовал, или не можешь. Коли Шахтаря было много арендованных, забороняли играть. Зараз сталася ситуація, коли Каменюка у вересні, в нього теж прописана ця сума. Я і раніше говорив, і зараз говорю, що, в принципі, якщо ти береш орендованого ігрока, і у нього прописано щось в контракті, ти його повинен виконувати, а не виходити і плакати по цьому поводу. Ізначально, коли ми брали цих футболістів, що стосується і «Динамо», і «Шахтера», це написано все в контракті. Кажуть, там дуже високі суми. Смотрите, вопрос же не в том, вопрос, когда ты берешь игрока, ты закрываешь какую-то позицию, которой у тебя не хватает. Поэтому ты идешь на условия на такие. Не хочешь, не бери в аренду футболистов. Когда мы брали у Шахтера в аренду футболистов, ну, они нам очень сильно помогли. Кажуть так, что Зоря, в принципе, зараз сама себя окуповывает. Цей сезон, например, Еврокубки плюс трансфер. Смотрите, я не хочу это комментировать, это внутреннее дело клуба, поэтому... В принципі, ми йдемо к тому, щоб Зоря була самоокупаємою командою. Кажуть, за Бонавентури заплатили 1,5 мільйона. Смотрите, я не знаю, хто вам говорить. Я цю інформацію не опровергаю і не підтверджую. Запоріжжя, команда там залишається базуватись і Єврокубки, да? Смотрите, я розмовляв з генеральним директором, є плани, він зараз веде переговори з місцевою владою о том, щоб влада доділила стадіон під стандарти Єврокубків. Запорожью это выгодно с той стороны, что будет много туристов во время этих матчей. В принципе, болельщики с Европы едут и будут тратить в городе свои деньги, гостиницы будут заполнять. Но им, в свою очередь, надо будет сделать кое-какие реконструкции и потратить деньги. По зарплатах? Все выплачивается в час? Нету задолженности. Я в крайний раз разговаривал с тренером и с Рафаиловым. Спросил, у них тот же вопрос задал, потому что, в принципе, я не управляю клубом в ежечасном, скажем так, процессе. Я задал вопрос, мне сказали, что нет никаких вопросов, все отлично. Я говорю, значит, хорошо. Юрий Вернедук буде залишатися, ви бачите в ньому перспективу? Смотрите, у нього контракт до літа. Ми з ним обговорювали цю ситуацію, я йому сказав, що давай пройдемо чемпіонат, сядемо, поговоримо. Мене, він, в принципі, я йому довіряю, він мене устраивает. Мені він довіряє теж, і говорить, що хоче залишатися в команді. Я ж не коментирую слухи. Він говорить, якщо його пригласять в Челсі, він, звісно, поїде, і я його відпущу. А якщо Динамо? Це вопрос, головне, щоб його пригласили в Челсі. А в Динамо, наприклад? В Динамо, я думаю, а, він не пойде. Б, я думаю, що поки на сьогоднішній момент довіряють Хаскевичу. А скажіть, чого? Ну, він не піде. Я просто, мені цікаво. Ну, чому? Тому що у нього є команда з амбіціями, яка, в принципі, сражається на рівних на сьогоднішній момент із Шахтером, із Динамо, за всіми остальними. Зачем міняти шило на мило, скажіть? По гравцях із Дніпра. От контракти були підписані, як з'явилася інформація, на 2 роки. Да. І з'явилось... Вони вже перепідписані.
Наскільки? Я не знаю, это внутреннее, ну, переподписано на большую сумму. Лунин, насколько я знаю, собирается подписать контракт продолжения. Зараз ведутся. Ну, буквально до конца, я думаю, этого сезона. Мне очень приятно, когда о моем футболисте говорят, что Интер хочет, Милан, Ливерпуль, Тоттенхэм. Мне очень приятно, хотелось бы увидеть хоть одно официальное предложение. Поки ніяких. Пока, знаете, это как... У нас, к сожалению, в нашем футболе происходит, существует куча агентов, которые сами ходят, раздувают слухи о том, что... И при этом, что мне не нравится, что в Европе они еще расскажут, что у них есть полномочия от клуба этим заниматься. Ведут переговоры с Рафаиловым, а Рафаилов мне докладывает по этому поводу. Последнюю сумму, которую мне рассказывали, это порядка, по-моему, было предложение там около 6 или 7 миллионов фунтов. Это хорошая сумма. Это хорошая сумма, но мы смотрим еще по ему сумму, мы смотрим клуб, который это предлагает. Мы хотим как бы сделать для Украины и пиар, не только заработать деньги, показать, что с Украины покупают приличные европейские клубы футболистов. Это, в принципе, это хороший пиар для страны. Вы кажете, фунти, вот же это Англия. Да. Смотрите, я же оговорки не делаю. Я свідомо говорю то, що говорю. Сергій Васильович Рафаїлов сказав в інтерв'ю, що квиток на футбол має коштувати як пляшка горілки. Смотрите, Сергій Васильович, он же как бы хочет сделать так, чтобы это было выгодно клубам. Да? Но я считаю, что для начала надо завлечь болельщиков на стадион, чтобы они ходили хотя бы по тем ценам, которые есть, и заполняли его на 70%. А когда будет мест 100, а желающих 120, тогда можно говорить о том, что цена должна быть такой. А я хочу, чтобы должна была быть цена, как в английской премьер-лиге. Но все же мы хотим многого, а имеем то, что имеем, как говорил Леонид Макарович. Поэтому Сергей Васильевич молодец. Но вначале давайте сделаем так, вы через средства массовой информации, мы своей игрой, чтобы захотели люди прийти на футбол. А правительство, экономическая ситуация в стране, чтобы они могли себе позволить это сделать.